Всем привет! Приветствую зрителей наших каналов. Это видео будет не только на моем канале, но и на всех остальных. Так что приветствуем вас всех, кто знает меня и не знает. Сегодня у нас начинается конкурс, который уже многие постоянные зрители наших каналов в курсе, что у нас планировался конкурс. Ну и с сегодняшнего дня он начинается. Проходить он будет в течение одной недели. Итоги конкурса мы будем подводить 16 июля, где-то примерно в 19:30 по московскому времени. Будем проводить в прямом эфире. Возможно, мы на стримах соберемся пораньше и начнем стримить. Ну и как большая часть участников конкурса подтянется в виде стримеров каналов, так мы и начнем. Задвова не будет, потому что он будет в трудовом отпуске, так называемом. То есть он там по своим делам поедет, но остальные постараются быть. Вот наша группа ВКонтакте, кто еще не в курсе, можете на нее подписаться. Тут, в принципе, у нас всякие там анонсики, информация полезная, и есть ссылочка на мульти-ютуб, на котором вы можете нас всех наблюдать. Вот так вот выглядит мульти-ютуб у нас, простенько, лаконично. Ну, еще пока дорабатывается, как там пишется у нас в описаниях к видео. Здесь можно поставить, например, на каналы, например, и включить, например, смотреть. Адекватно отображается 4 канала, и можно любых стримеров наблюдать в данный момент, который стримится. Здесь еще отсутствует серкомаз, но это вопрос решаемый, мы его в течение недели добавим, и он у нас будет присутствовать. Участвовать будут не все каналы, которые здесь у нас имеются, участвовать будет только часть каналов. Это каналы, из которых серкомаз, который давно у нас не стримил, но у него сейчас налаживается вроде как дела, и начнет стримить. Я так думаю, конкурсу он должен начать уже стримить нормально. Там у него небольшие технические проблемы, но мы им постараемся помочь решить. Также будет принимать участие у нас скиталец Толя, это скиталец26рус. Будет Z2, КГСР, то бишь я, BMW Z44, костромской хулиган, кто еще не знает, Гайтис, это Бомберман ЛВ, Ява Боб ТВ на Ютубе. Пофис Коля у нас не участвует, потому что он сейчас находится в больнице, и когда появится, не знает, и по его самочувствию мы никакой информации, к сожалению, не владеем. И Сёма у нас на стримах. Вроде никого не забыл, но, надеюсь, никого не забыл. В общем, у нас, получается, принимает участие 8 каналов. Это мы закрываем и переходим дальше. В конкурсе будет разыгрываться... так я не досказал. Можно также вот переписываться в чатике, то есть открывать чатик с отдельным человеком и переписываться. Также можно у некоторых на каналах заказывать музыку прямо в прямом эфире на стриме за скромную компенсацию в среднем размере от 5 до 10 рублей. Ну, у кого-то там уж 15, ну, мы вроде бы как на 10 собирались все. В общем, так, это техническое такое превью небольшое. Кому интересно, можете пользоваться мульти-ютубом, смотреть, вещь классная, то есть всем рекомендую. Кто нас давно смотрит, давным-давно пользуется. Для участия в конкурсе вам надо будет заполнить небольшую форму, к ней я вернусь чуть попозже. А участвовать в конкурсе так будет разыгрываться у нас, так как 8 каналов, и мы привыкли разыгрывать игры в количестве участвующих каналов. В розыгрыше у нас будет принимать фарминг-симулятор, 2 ключика на стандартную игру, вот которую купить фарминг-симулятор без не Gold Edition, а обычный фарминг-симулятор. 2 ключа фарминга будет участвовать в конкурсе. Далее будут участвовать те 3 ключа на Евротрек-симулятор без DLC каких-либо, то есть ни карты, ни раскраски, ничего участвовать не будет, чисто сама игра, то есть сам вот Евротрек Симулятор 2. То есть без всяких DLC-шек они не будут принимать участие, только сама ETS-ка. Просили у нас разыгрывать карты. Ну, на самом деле, карты. У многих нету игры, кто нас смотрит, а им нравится, хотелось бы поиграть, поэтому мы решили разыграть все-таки 3 игры, но пока без DLC. Возможно, если будет много желающих, вы в описании к этому видео пишите, там, например, чего вы хотели бы увидеть на следующих розыгрышах. Хоть оно у нас проходит не так часто, но все равно проходит. И мы будем учитывать пожелания людей, которые будут, в смысле того, что изъявлять. И желательно, либо мы в группе ВКонтакте создадим темку, либо у меня, у Кагасара, в этом видео, то есть пишите, что бы вы хотели. Потому что в основном конкурсы у нас
проявляют желание, например, давайте проведем конкурсы, люди разные, организовываю конкурсы я. Поэтому в основном мы совместно принимаем обсуждение, что будем разыгрывать. Ну, как-то вот у нас выходит так, что всегда думаем, а если будет предложение, будем рассматривать их. Ну, в общем, как-то так. И также будет еще разыгрываться три ключа на Train Simulator 12. Почему многие спросят 12, а не, например, последний 16? Потому что адекватный мультиплеер существует только на Train Simulator 12. И так как мы в него очень редко, но и играем, и планируем поиграть, то наши зрители смогут принять с нами участие, если разберутся, как устанавливать Trains. А играть приходится на дополнительном клиенте, который, не, собственно, к лицензии никакого особого отношения не имеет. Но есть ряд нюансов. Для регистрации на мультиплеере в Train Simulator 12 вам необходимо иметь лицензионный ключ Trains 12. Поэтому вам придется, то есть необходима лицензия. И ее мы также, Train Simulator 12, простую версию, без всяких DLC, будем разыгрывать. Их в количестве 3 штук. Итого, резюмируем. У нас принимают участие 3 Train Simulator 12 ключика, 3 ключика Евротрак Симулятора 2 и 2 ключа Фарминг Симулятора 15. Так что, так как Фарминг Симуляторы у нас в основном все без Gold DLC, хотя есть у некоторых людей и Gold DLC, но основная масса у нас обычная, и играем мы на модовых картах, потому что гораздо интереснее, стоковые нам уже немножко приелись, то одного просто ключика Фарминг 15 будет вполне достаточно. Теперь кратко о условиях. Вам необходимо заполнить обязательно форму. Вот такой вот ссылочка на форму есть в описании к видео у каждого канала, то есть вот, который выкладывать будет видео. У него в описании эта ссылочка будет. Переходите по ссылочке, и вам необходимо заполнить. Вот так выглядит форма. Она простая, здесь краткое описание, что к чему будет проводиться. И, в принципе, читаем. Ничего сложного нету. Нажимаем в форме кнопку «Далее». И здесь условия. Большой совместный розыгрыш компании стримеров. Необходимо быть подписанным на все каналы ниже. Для этого просто необходимо перейти по ссылочкам и проверить, подписаны ли вы на нас или не подписаны. Если вы, например, подписаны, вот я давайте перейду на канал ZWoW. Открываю просто правой кнопкой мыши в новой вкладке. И у меня вот видите, подписка оформлена. То есть, значит, я подписан. Например, я знаю, что я на то ли, по-моему, с китайца не подписан. А может и подписан? Сейчас посмотрим. Нет, не подписан. Вот видите, нажать кнопку «Необходимо подписаться». Нажимаем «Подписаться» и подписка оформлена. Все, вы подписаны. То есть вам необходимо проверить, чтобы вы на все каналы были подписаны. Это будет проверяться, и это все обязательно. Все каналы, на которые необходимо подписаться, здесь в списке имеют. Хорошо, проверили, все подписаны на всех. Нажимаем кнопку «Далее». Фактически, если вам не интересно, вы можете не подписываться и нажать кнопку вот здесь «Не хочу на вас подписываться» и нажать кнопку «Далее». Но если вы хотите, конечно, хотите принять участие в конкурсе, вам необходимо подписаться на нас. Ну и само собой вы поставите подписан на всех. Нажимаем кнопку «Далее». И здесь вам необходимо указать данные для связи. Это очень важно, потому что нам необходимо будет проверить подписку, подписаны ли вы на нас, а также отправлять вам подарок и связываться с вами. Для начала вам необходимо указать вашу страницу на YouTube. Для этого переходим на YouTube. Вот, как видите, youtube.com. Далее, если у вас даже не имеется канала, но вам необходимо указать ссылку на вашу страничку, вам просто необходимо нажать на кнопку «Мой канал». Нажимаем, и вы переходите на свою страничку. Копируете отсюда адрес. Копировать. И ее просто в ответ сюда вставляете. Вставите. Все. Далее необходимо указать страничку в Steam вашу. Это необходимо для того, чтобы мы вас добавили в друзья. Сразу спросили вас, нужна ли вам эта игра. Если вам игра не нужна, то вы автоматически продолжаете принимать участие в конкурсе. То есть, это выходит так. У вас имеется Euro Truck Simulator 2, уже игра, но не имеется, например, фарминга и трейнза, и вы хотите поучаствовать в их розыгрыше. Мы с вами списываемся, если вы присутствуете, конечно, на стриме, то мы вам пишем.
вы здесь? Если вы говорите «да, я тута», то есть в стиме вы должны принять будете дружбу и ответить, что я здесь. На любом из стримов, то есть на моем, на у Сёмы, у Васи, кто бы ни проходил стрим, то есть текущий вот идет стрим, вы на нем сидите, например. И вы, например, в течение 5 минут отвечаете, что я здесь, меня Euro Truck Simulator, игрушка не требуется, я хочу продолжить дальше участие. Прям так и говорите. То вы продолжаете дальше принимать участие. И можете испытать удачу, например, в розыгрыше уже фарминг симулятора, либо трейн симулятора. Вот для этих вещей нам необходимо, получается, ну, для этих и передачи вам подарков в будущем, необходимо вам, вас добавить в друзья в Steam и передать. Как это делается? Переходите на страничку Steam. Вот так вот она выглядит. То есть store.steampower.com, извиняюсь за свой ломанный английский. Авторизуетесь на сайте и, нажимая на свой логин, выбираете «Открыть профиль». Загружается у вас профиль. Но вам с профиля нужна только вот эта ссылочка, то есть адресная ссылка. В разных браузерах она может отличаться немножко, где-то сокращенно, где-то нет. Но при выделении она выделяется полностью синеньким. Ее отсюда копируете. И вставляем форму. Все. Нажимаем кнопку «Отправить». Все. И выходит ответ записан. То есть вы оформлены в конкурсе. И можете, вы принимаете участие, если выполнили все условия. В общем, все вроде бы просто, все понятно. Так что можете, кому интересно, принимать участие. Всем участникам конкурса желаю удачи. Увидимся 16 числа вечером. Всем пока-пока.